мы в очередной раз проводим Всероссийский Олимпийский день. Он проходит по всей стране ежегодно. Я уверен, что каждый из вас здесь стоящий уже точно будет хорошим спортсменом. Кто сможет добиться каких-то спортивных результатов высоких, конечно же, зависит только от вас. Самое важное – верить в свои силы, прикладывать максимально усилий, чтобы достичь хороших спортивных результатов. Ну и, конечно, основное – это постоянный, каждодневный совершенствование самого себя. Очень классные, интересные события. Здесь мы прыгаем, веселимся, прикольные эстафеты придумывают. В общем, здесь интересно, увлекательно и классно. Я только что взял автограф у двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. Мне это очень, воодушевляет меня, мотивирует дальше стремиться к спорту, к мастерству. Я занимаюсь грэпплингом в Шторме. В этом лагере мы отдыхаем, занимаемся спортом. Я повысил свои соревновательные возможности, и сегодня отличный квест, в котором много интересного, и у меня все получается.